Кликай на колокольчик рядом с подпиской на канал, чтобы не пропускать новые серии. А нет, смотри. Я вообще не врубаюсь в этот фильм. Ты мой телефон не видел? Она работает! Она наконец работает! Ну и Январ, че на этот раз изобрел? Ой, я сейчас покажу! Это что, научный проект твоей младшей сестры? Ребят, поверьте мне, это потрясно. Теперь смотрите. Ты куда мой диван дел? Он все там же. Приглядись. Это мой диван? Эта штука опасна, брат. Ты ее хотя бы проверял на чем-нибудь другом? Нет. Эльфийская башня была похищена. Молодой человек небольшого роста в белом халате. Мой телефон был под подушкой. Можно попробовать? Собой. Конечно. Да. Окей, что делать? Так, короче, возьми мой банан. Что взять? Возьми мой банан. А, хорошо. Окей, готовы? Возьми еще это. Зажми красную кнопку. Так. Ага. И два раза на синюю нажми. Какой крошечный банан. Да, тебе ли не знать. Поуменьшаем еще что-нибудь. Так, вот это вот, да? Да, вот это вот, нажимай. Вот того, видите? Окей. Я под огнем, нужна поддержка. Я под огнем, всем свободным полицейским. Срочно. Ребят, меня подождите. Ты на этом миллионы заработал. Ты знаешь, что ты изобрел? Он не знает. Это золотой рудник. На 100% сделанный из золота. А мы собираемся тебе с этим помочь. Да, нужно название. Придумай название. Сжиматель 2000. Отвратительно, но мы придумаем. Окей, да, мы должны... другое. Так, хватит. Я не за этим его изобрел. А зачем тогда? Рад, что спросили. Пойдемте. Чё тут? Эй! Помнишь меня? Да, тебе что нужно, бро? Ты знаешь, что мне нужно! Реванш! У меня сегодня нет времени на клоунов, бро. У меня есть сегодня время. Слушай, я даю тебе шанс, бро. Вали домой. Что ж, это забавно, потому что твоя мама вчера тоже давала мне шанс. Ты что сказал про мою маму? Вот пока ты мою маму не трогал, я был спокоен, бро. Ой, ей было очень хорошо, когда я ее трогал. Ты чё, Анвар? Нарывался. Нажми на кнопку. Нажимай на кнопку. О боже, что ты наделал? Ты чё со мной натворил, бро? И чё теперь, Анвар? Ты чё задумал, слышь? Эй, Анвар. Слушай, давай, может, ты будешь поспокойнее, зачем а? Ты на него идёшь? Он всё ещё человек, чувак. Спокойно, бро. Ну ты чё завёлся? Так, надо его вернуть обратно. Эй, малыш. Эй, харе. Ну как тебе там внизу? Просто верни его, а как на какую кнопку? Ну ладно, харе, я извинюсь же. Нажми на неё. Убери руки. Нет. О мой бог. Ну как тебе там внизу? Я верну пока как было. Ребят! Ребят! Верните меня как было! Верните меня как было! Верните меня как было! Верните. Хочешь меня есть? Как было. Да, погнали. А перевел, озвучил виски. Ага.